Значит, я тогда вам сейчас прочту песню Владимира Семеновича Высоцкого, которая называется «Баллада о детстве». Сейчас я найду музыкальное сопровождение. Час зачатия я помню, не точно, значит, память моя однобока. Но зачатка был ночью порочно и явился на дожде недосрочно. Я рождался не в муках, не в злобе, 9 месяцев — это не лето. Первый срок отбывал я в утробе, ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, додумали, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брели в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания, ходу, думушки резвые, ходу, слово, строченьки милые, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил, дом на Первой Мещанской, в конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой, баловались водочкой. Все жили вровень, скромно так, система коридорная, на 38 комнаток, всего одна уборная. Здесь зуб на зуб не попадал, не грела телогречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу, и плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да, не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три ручья, сквозь дыры крыш просеяно, на Евдоким Кирилыча и Гисю Моисеевну, а на ему, как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен, и дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленный гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим, да чужим. У тети Зины кофточка, драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Огляделись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели, и отплакали те, что дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком. Припрешь к стене — откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Да, у отцов свои умы. А что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле, в ремеслухе живи да тужи. Не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные, наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники, на стройке немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики, в
пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен ворами. Было дело, и были подвалы, было время, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали дети бывших старшин и майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из всех коридоров им казалось подручнее вниз.